20 июля 1912 года британское судно «Хессон» пересекало Северную Атлантику. С момента гибели «Титаника» прошло уже 3 месяца. Команда на мостике заметила водение, что качающееся на волнах. Подойдя к нему ближе, стало ясно, что это человеческое тело. Она находилась в 34 километрах от места крушения «Титаника». Было принято решение поднять это тело на борт судна. Опознать тело не представлялось возможным. Она была в ужасном состоянии из-за долгого пребывания в воде, а в одежде погибшего не было найдено никаких вещей, по которым можно было бы установить личность. По санитарным нормам такое тело было запрещено перевозить на корабле, и поэтому было принято решение предать это тело океану. Это было последнее найденное тело погибшего на «Титанике». К сожалению, безымянные последующие суда, проходившие через Атлантику, уже не натыкались на тело погибших. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.